Здравствуйте, с вами Максимадзе и Воротила. Всем привет, хэ-хэй. И сегодня мы вновь продолжаем коп в Dead Space 3. Открывай. Коп. Я что-то смотрю, вам, дорогие зрители, очень понравилось. И, конечно же, мы не упустим шанса снять продолжение. Да. Что там, комментарии писали, что ли? Ну да. Ладно, ребята, короче, мы приехали на корабль CMS Terra Nova. Тут должен находиться челнок, на котором мы должны попасть на Луну этих. Опять на Луну? Ну, на замороженную планету, там, где Луна некроморфов. Мы должны так, понять, что там. Да, короче, мы должны завершить. Как лифт запустить? Какой этаж нам надо? Ну, там один этаж. Один? Ну, запускайся. Третий же заблокирован, значит, второй. Окей. Вот. Короче, мы должны выяснить, что делать, и покончить со всем этим. Заморозка. Там, короче, ну, увидите все. Вот. Так что давайте, ребят, нам сейчас самое главное в этой серии вынудить челнок. Да. На котором мы улетим на планету. Как хорошо, что ты сейчас жопой не тряс. Планета называется Тау Валантис. О, жопой, точно, я же забыл. Договорился. Так, мостик. Мы идем на мостик. Ты первый, я в поле. Вау. Это на двоих место тут? А ты бы хотел на таком полетать? О, не знаю. Как в него сесть? А зачем? Мы сейчас никуда на нем не полетим. А нам что, было бы офигенно, наверное. Слишком большой... О, надо послушать. Начать взлом. Да, мусора много. Так. Так, а что делать-то надо? Ну ты чё, это ж легко там. Ой, я на паузу поставлю, я сделаю... Кого ты на паузу поставить собрался? Зачем? Звук чуть погромче. Медленно вращайте по часовой стрелке, пока не появится голубая точка, и нажмите на... Не получилось. Ну ты чё, это же легко. Сейчас попробуем. У тебя голос на 100 стоит, да? Голос? Нет, сейчас поставим. Я голос не буду на... ставить на 100. Да ставь на 100, но они поставлю редко разговаривают. Погромче. Они редко разговаривают. Просто на видосе ничего не слышно было. Да. Так, все, да. Так, погнали дальше. Взламывай систему, блин, дурацкую. Ну. Интересно, что это за аппарат? Ай, блин, на красную нельзя. Когда надо... синяя будет, тогда на голубую нажимай, надо, я что-то... понял. Он током бьется. Вот. Я это за 2 секунды могу пройти. Да, не сомневаюсь. А с монстрами как ты будешь успевать? Отлично. А Айзек на связи, похоже на челнок кормовой части корабля, обновляю данные локатора. Если подлатать его для полета в космосе, судя по диагностике, сейчас это простая развалина. Но ведь сможем его починить? Вокруг куча запчастей, я оставлю эту птичку взлететь. Ага, да, заставим это работать. Смотри, сколько тут огоньков. Да, настолько много, что ты готов стрелять по ним. Я думал это... Ну ладно. Ой, кровь мне не нравится. Кстати. Ты думаешь на это... Дорогие друзья. Вот вы в комментариях писали о том, что... Снимай Dead Space. Зачем ты снял Hello Neighbor, снимай Dead Space. Ребята,
Не все сразу, другие игры тоже ведь есть. Мы не в лифте. Опа. Ты как думаешь, на этом корабле есть некроморфы? Могут быть. Судя по тому, что тут кровь есть, могут быть. Еще там писал один человек в комментариях, что... Ой, ё-моё. Мол, это что такое? Я испугался. Ой, это пинбол игра. Сыграть можно или нет? Нет, наверное. Нет. Блин, жалко, я бы сыграл. Не ломай, это раритет. Писал, ой, короче... Ой, давай-ка ты первый пойдешь вниз. Ага, ты у нас трусишка, да? А ты чё? Ты насколько не боишься? Я нет пока. Что я мол... Я хочу, чтобы тебя игра заставила бояться хоть чуть-чуть. Человек один писал, что мол... а вот и они. Да. А эти штуки взрываются, наверное, если по ним стрелять. Только не стреляй. И их надо пулять. Оу. О, видел как? Да. Используйте кинезис, чтобы бросать канистры. Не трогай Максимадзе, ему еще видосы снимать. Тебе тоже надо видосы снимать. Да. У тебя второй видос по качеству. Короче, один человек в комментариях писал, что мол он мой давний старый подписчик и посмотрел как-то случайно, блин, титры, заметил там клавиатура оклик. Ты чё, это говно, ё-моё. Клавиатура оклика вообще разные бывает. У меня модель нормальная. Подлечись. И грубым таким языком, так сказать, сказал, отписка и всё. Вот держите такое мнение при себе. От меня каждый день отписываются 5 человек. А, мне здоровья мало, я что-то не заметил. Эй, не трогать моего братана. Братана, ах, блин, на меня тоже насели. Сражайся, тебе помочь не могу, на меня самого насели тут. Твари засады, а. Блин, они здоровье вообще быстро отнимают. А у меня аптечек много осталось? Мне капец, у меня аптечек... У меня аптечки закончились. Иди сюда, я тебе дам. Сейчас. У меня еще ни разу здоровья нет. Давай. Спасибо. Надо поэкономнее относиться к ним. Ай! А! Ай! Вот твари засады, а? Очень любил смотреть мои видео. Увидел случайно титры, решил отписаться. О! Вообще, блин. Ладно, в общем. Не столь важно. Так. Смотри, кто там. Ты сейчас, наверное, скажешь. Ты первый товарищ опять, да? Арбалет? Давай сейчас, вот сейчас давай точно ты. Пожалуйста. Пожалуйста. А что у тебя в руке арбалет какой-то, что ли? Я сейчас не хочу. Что это за... Я маску какую-то нашел. Или что это за хрень? О, этот бот. Он будет нам помогать. Он будет запускать. Мы его будем запускать. Ну, на руку его. И он, его, короче, дел. Это. Нажмите 3, чтобы ботом поисковиком. Видишь, ты его можешь запустить, и он будет рискать нам ресурсы. Отлично, радар, значит. Нет, во-во-во, вот, видишь? Место, вот. Вот тут его отпускаю. Удерживайте кнопку для использования, удерживайте... А, его можно отпустить, и он будет двигаться. А у тебя тоже есть? Я что-то не понял, ты что не ищешь ничего? Двигайся давай, блин. Да, это уж не наше дело, он потом на станке нас будет ждать, пошли.
Ты смотри, обелиск. Один из обелисков. Старенький такой. Нифига, что он огромный вообще. И, который излучает как раз. О, у меня тоже арбалет, что ли? Да. Я два вида оружия. Новую пушку, ну, ладно. Ты понял, что это за обелиск? Я тебе скидывал сегодня. Да, и... Вроде бы. Твою мать. Ой, опять монстры. Чупакабры. Некроморфы. Некроморфы. Сзади. Ты, так, давай, ты этого отстреливай, я полезу наверх. Лезь ты, чё ты не лезешь-то? Ай, вот это большой безобразный паучище, блин. А, красная кака. Красную стреляй. А лучше в него его убей, а красную подтяни. Вот так вот, смотри. Не трогай его. Сейчас. А красную подтяни и пуляй. Вот. Ой! Фак! Пиздец! Как ты умер? Не знаю, тут что-то взорвалось возле меня, и я умер. Ты дебил, что ли? Ты что сделал сейчас? Ладно. Бывает. Капец какой, блин. Да, действительно, у нас с тобой ролики угарные получились. Оп. О! Эй, собака, иди отсюда. Псина, слышь, псина. Так, здесь... О! Кто орёт? Кто сзади тебя тут и орёт? Вот кто-то орёт. Красная кака! А, вот... А, это она взорвалась и убила меня. Еще одна красная кака. Они оттуда вылезают. Ой. О нет, только не они. Это еще что за безобразные паучища? Блин! Прицепился ко мне один. Ай! Где он? Где он? Где он? Не вижу ничего. Ты смотри, что со мной делает. Ты умер? Что со мной произошло? Тебя... А ты видел, что происходит? Тебя отравили эти паучища, походу. Он в меня залез. Вот, вот откуда именно вот эти монстры, да? Они из-за этих пауков. Так, я в пауков стреляю. Перезаряжаешь оружие долго, блин, дебил. Это было бы у меня в реальности такое ощущение, если бы они на меня налезли. Все, закончились? Здоровье у меня. Заряжайся быстрее. Сейчас. Или у тебя есть аптечки еще? Так, паук придет через 7 минут. Но тогда нам станок не нужен. Сейчас я кое-что хочу сделать. Другое немного оружие. Ой. Капец, какие-то жутковатые пауки. Еще и с одним глазом, по-моему. У меня вообще много еще оружия? Да, не, много. У тебя два вида оружия или сколько? Да. У меня тоже два. О, тут везде пули валяются. Они что, с монстров выпадают? Если с какого перепуга с монстров пули выпадают? Наверное, в них уже кто-то стреляет. Я сейчас такое соберу. А, я понял. Что ты там собирал? Сейчас, подожди. Гидравлическое оружие. Создайте оружие.
Блин, тяжелая... не хватает. Сталина, плазморез. Гидравлическое оружие. Попробую-ка я вот это. Стандартный вариатор. Пусть будет стандартный, я, честно говоря, не сильно в этом понимаю. Снять и разобрать. Нет, не надо. Стандартный вариатор. А это как, только стандартный есть, да? Окей, окей, окей. Создать чертеж. Выбрать расположение склада. Ага, мне, значит, не хватает полупроводника 30 штук всего. Я что-то собрал. Я, короче, немножко у меня... Силовой пистолет и гидравлический потрошитель. Нифига себе. Я то же самое собрал. Хочу проверить это в деле. Я то же самое собрал. Проверим это в деле. Только знаешь что? Слушай. Обалдеть, как она смотрит. Чё? У нас одинаково. Понял, для чего это? Пробел нажми. Офигеть. И что эта штука делает? Ну чё, режет? Кого она режет? Монстров? Ну, если они вблизи будут. Да, это понятно. Это для я будет. Я сейчас полупроводника накоплю, и знаешь, что здесь? Ого, чё это у тебя наверху? Где ты это взял? Кого наверху? Ну вот, верхний слой, когда ты сейчас стрельнул. Чё он делает? Покажи еще раз. Не знаю. А, нифига себе, он наталкивает, а у меня что такое нету? Нифига себе, у тебя он крутой. Ладно, погнали уже куда-нибудь. Сейчас, секунду. Да... Посмотрю, есть ли у меня такой. Давай, заканчивай свои дела быстрее, я пошел уже. Опять пауки напали. О, это взрывная штука. Их, это, взрывает их. Блин, у меня эхо. Слышно, мне кажется? Открывайся. Мне кажется, мы только вдвоем можем ее открыть. Странно, она у меня почему-то пропала. Давай уже быстрее там, я тебя жду, тут стою. А, пауки из вентиляции вылезают. Сколько тебя ждать уже можно? Давай быстрее. Да я иду, иду. Так, надеюсь, пауки опять сейчас не вылезут. Ладно, я чуть-чуть поднакоплю компонентов и сделаю кое-что. Давай, открывай дверь. Отлично. А-а-а, мадафака. Ой, это беременные. Из них беременный? Беременный. Как что скажешь, блин? Беременная женщина, ты это вряд ли. Фу, какая мерзость. А, еще один! Блин, один металлолом. Ничего полезного что-то не выпадает с них. Ай, сзади меня один. Да все, он готов уже. Ай, он очнулся. Он притворился. Мертвый. Значит, он притворился мертвым. Ребята, что-то заклинило вагонетку. Так, давай. Где ты? Эхо, блин, мне какой-то, блин. Вообще. От, ну, куда закрылся? Открывайся, Дим. Чё ты на двери доругаешься? С ума сошел, что ли? Да они закрываются прям, когда я не знаю этого даже.
Напарнику, чё? О нет. Стоп. Нет, ты в конечности, в этом, в щупальце стреляют. Ой, я что-то забыл, как оружие выбираются. Ой, он, мне... он спаунит своих этих. Ты только к ним близко не подходи. Это что, босс какой-то, что ли? А где конечности? У него закончились конечности-то, по-моему. Ну, все. А, все, мы его убили? Он спаунил этих зомби. Из него что-то выпало? Я что-то не замечаю. Блин, фу, даже прикасаться значит, не хочу к ней. Значит, я подобрал. Так, мы в лифте. Мы в лифте. Да. Ну, танцуй. Да, ты заколебал. Как садиться, я чуть забыл. А. Ой. Красотища-то какая. Да, действительно. О, тут станок есть. А это что? Аудиосообщение. Да, диалог. Слушай, слушай, тут есть два варианта. Там сейчас нам надо освободить место, чтобы выйти с челноком. Там надо будет сыграть типа в Тетрис. Тетрис. Ты будешь играть, я отстреливаться, или я буду играть, а ты отстреливаться. Ну просто мы сейчас будем это делать, и на нас кто из нас, монстры. Кто из нас умнее, вот меня интересует. Ну, я смогу это сделать быстро. Тетрис? О, кстати, робот пришел. Ну там типа Тетриса. Все, я сейчас оружие сделаю, как мне надо. Давай ясно, давай я попробую сыграть. Ну давай, тогда я буду отстреливаться. Только подожди, сейчас оружие. Пусть зрители сделаю. Увидят, как это выглядит. Да, да, да. Ты только это, знаешь что? Ты не забудь. Кого не забудь? Ты не забудь, короче, что... Да как она называется-то? Что это... Надо побыстрее. А то на меня надо будут нападать. Да, да, я знаю. Ты робота забрал? Там робот пришел. Робот пришел где? Ну, в станке. В станке? Сейчас. Смотри, смотри, что я сделал с оружием. Зырь. Ну ты жесткий. Так, робот у нас где тут находится? Все, забрал. Погоди. А, вот бот. Что-то тут. Готовность к сбору ресурсов. Good. Так, здесь играть? Да, давай. Мне страшно уже. Ох, нифига оружка. А тут, по-моему, класс. Вдвоем играть надо, слушай. Нет. Одному. Ай-яй-яй, быстрей.
Я пытаюсь разобраться, как тут вообще играть. Их так... Нет, слушай, давай ты лучше попробуешь, я не понимаю, что тут делать надо. У меня гораздо медленнее стреляет. Ну я потому что модификацию. Все, поехали. Да, конечности он хреново, честно говоря, отстреливает. Я стараюсь как можно быстрее. Блин, еще и темно и не видно ничего. Что-то как-то их вообще много, блин. Давай, еще чуть-чуть, держись. Про аптечку не забывай. Что-то они возрождаются, по-моему. Подлечись, подлечись. Да у меня здоровье в норме. Меня тогда, чтобы не трогали. Еще одна осталась. Я стою, короче, прямо около тебя. Чтоб тебя защищать, так сказать. Смотри, смотри, там монстр, видишь, правый? Правый, смотри, монстр там. Видишь, какой? Нет, а. где Тетрис? Смотри, где Тетрис. Справа. Сейчас, секунду. Тут напали на меня. Быстрее. Не могу, на меня насели тут. Да уже поздно. О. Ты что, сделал все? Это когда друг пришел, да? А! Помоги! Я умер. Ты чё умер? Я надеюсь, сейчас заново не придется. Фух, слава богу. Не придется. Да блин, задолбали уже. Говном кидается каким-то у меня. Ты смотри, какой ты теперь медленный. Да, я заметил. Да чё он не стрелял? Ты умер, вот почему я не могу стрелять. Ну это капец какой-то вот в натуре. Ох, блин. Ты что видел, как я блевал? Я черный экран сейчас видел вообще. Блин, вот пулемет мне нравился, а теперь его нет. Ну, как нет, он есть. Он в сейфе теперь лежит. Ай, он каким-то дерьмом блюет. А, это ты? А, это ты заморозил? Я что-то забыл про заморозку. Заряжайся, блин, я умру сейчас, Нет, не умру. Заряжайся, блин. Да я, потому что я тебя спас. А, спасибо. Я пулемета забрать обратно хочу. Мне с пулеметом как-то удобнее было, на самом деле. Ребята, мы прошли это. Да. Короче говоря, сложно было. Сложно было еще решить, кто будет Тетрис собирать. Так, я вот это возьму, наверное. Короче, ребята, в Тетрисе, вот в этих компонентах, да, которые мы собирали, да. Там какая-то тварь была, большая белая тварь. Да, мне, но я ее не увидел. Потому я что тебе говорю, повернись. Сейчас, погоди, не могу. Да нет, уже поздно, она там была, я не видел, да. Когда я Тетрис собирал. Я не мог повернуться, на меня там насели вообще. Надеюсь, она нам не попадется. Все, поехали отсюда. Помоги! Твою мать! Я застрелил его. Я лифт открыл, и он прям на меня напрыгнул. Ты видел? Да. Залезай быстрее уже и не жопой. Опять сейчас будешь. У меня здоровье, Ой. Это ты от страха, что ли, сейчас делаешь?
Да. У меня здоровья нет, смотри. А ты зарядиться-то можешь? Можешь, можешь. Слушай, он сейчас упадет. Ау! О, мы не застряли. А чё бы мы застряли-то? Она тут не было. Короче говоря, в Тетрисе Лёха, короче, у нас играл, потому что я вообще туплю в нём очень сильно. В Тетрисе в этом. Ой. У тебя дядька есть? Какой? Ты видишь, да? Кого? А, да, вот он. Используй кинезис, снимая лезвие с мертвецов. Снова пускай вход. Использую кинезис, чтобы схватить и метнуть в цель конченного врага. Вот тут вот эта тварь только что проехала. Ой, какая она страшная была, ты бы видел. Блин, я не просмотрел на видео. Так, короче, найдем сейчас какое-нибудь укромное место и закончим серию на этом. Смотри, смотри, вон она. Видишь, да? О, блин. Это не укромное место. Давай тут закончим эту серию. Закончим тут эту серию. Ладно, давай. Короче, на этом все. С вас лайк, подписывайтесь, с нас эпичные видосы. И с нас следующий точно эпичный видос, потому что та тварь мне не нравится. Да. Подписывайтесь на канал «Чё хочу, то и врачу». Подписывайтесь на мой запасной канал. И всем пока. Прощайте. Да, всем пока.